Ой. Алло, Свете, привет. Хочешь новость? А мы беременны. Ага. Только никому это секрет, поняла? Все, пока. Алло, Анжелика, привет. 100 лет тебя не слышала. Хочешь новость? А мы беременны. Только никому это секрет. Все, поняла, пока. Алло, Надька, кто тебе сказал, Светка, да? Вот баба, ничего им на них надеяться нельзя. Только ты Лерке не говори, поняла? А, у тебя ее номера нет, я сейчас тебе сброшу смс-кой. Ой, тут вроде мой уже прошел, ну все, пока. Наконец-то появился. И че-то ты трубку не берешь? Тебе звоню, маме звоню, друзьям твоим звоню, и это нигде его нет. Лена, я был в туалете. Ой, да эти маски никому не нужны. А ну-ка, расскажи нам, что на тебе делает этот волос. Растет. Ой, извини. Все. Успокойся, садись, все. Ну рассказывай, как на работе дела? Да, все как обычно. Ну что, все как обычно? Ну расскажи. Задвижки привезли полуторадюймовые. С прошлой зимы их ждали. Рассказывай, мне интересно. Газовую трубу прорвало среднего давления. Дефектоскописту я... Не любишь ты меня. Всегда только о своей работе и говоришь. Какой работе, Лена? Почему? Почему только 2 пирожных на столе? Так а сколько их должно быть? Сколько? Нас, Вовочка, между прочим, уже 3. Я 3 съем. Да, ну здорово. Ой, спасибо. А где твое обручальное кольцо? Вот. А че ты его прячешь? Да я его прячу. Не сути, все, успокойся. Давай о чем-нибудь хорошее подумаем. Вот ты сейчас о чем думаешь? Наверное, надо было что-то зри. Не фри, вот знаешь, Вова, не фри. Уже подумаешь, что ты думаешь, что ты большая, некрасивая баба, да, Вова? Да ничего подобного. Большая, толстая, жирная, да? Да ничего не жирная. Отвратительная, как жаба, фу, мерзость, да? Нет, ну все хорошо. И кто это? Это моя теща. Теща, да? Хорошо, у тебя теща есть. Да что ты хочешь от меня? А что, тебя же тошнит от меня, наверное. Да ничего меня не тошнит. Да скажи, что тошнит тебя. Хорошо, меня тошнит. Видишь, тебе даже тошнит, хорошо. А, ну что ж, это такое? Да что ты хочешь от меня? Хочу чаек. Сделай мне чай, пожалуйста. Хорошо, я сделаю тебе чай. И с сахаром. И с сахаром. Побольше сахара. Побольше. Вот поменьше сахара. Так, все, нет, друзья. Не сердись. Все, садись, успокойся. Давай, знаешь что? Давай сядем. И посмотрим что-нибудь вместе. Давай. Давай посмотрим нашу свадьбу. Мы же вчера смотрели. Не хочешь ты, да? Понятно. Жалеешь, что женился на мне, да? Плохо нам вместе. Лена, по-моему, у нас все хорошо. А почему это у нас все всегда по-твоему? Ну хорошо, давай посмотрим. Что ты сказал? Ты родишь
обычного мальчика. Точно. А что ты мне подаришь? Да что хочешь. Ой, классно, как классно. Вот, ты пойдешь со мной завтра на УЗИ? Малинку. Конечно, пойдешь. Тебя лишь бы дома не сидеть. Какой дом, Лена, я работаю. Ты меня упрекаешь этим? Лена, да ничего я тебе не упрекаю. Так значит так, мне это надоело. Ты беременна вторую неделю. Тест отрицательный. И вообще, дай сюда подушку, я спать хочу. Сеня, представляешь, это ты вам забрал от меня ребенка и пошел спать.